Военные разработки. Сезон первый. Первая серия. Тизер. Что? Что? Где я? Что-то в горле першит. Эй, хорош уже. Чего? Кашлять. Ну ведь так по сценарию. Эх, ну чувак. Ну ведь не так кашлять-то надо. Прилистичнее как-то надо кашлять-то. Но я ведь только так умею. Ну хотя сейчас я это попробую переиграть. Ну как? Эх, чувак, короче, поставь на паузу. Пропускаем этот момент. А как поставить? А-а-а, ничего не умеешь! Черт, мои ноги! Что это за место? Эй! Что? Чувак! Что? Чувак! Что? Ты меня слышишь? Нет! Ты меня слышишь? Нет! Ты меня слышишь? Да слышу, задолбал! Вот это вот. Я отключил тебя и привел в мою хату. Зачем? Ну, чтобы ты работал на меня. Работал? Зачем? Эх, ну, чувак, ну, что-то какой зануда, а? Короче, ты будешь делать мне разные пушки. Пушки? Какие пушки? Черт, кого я притащил, а? Короче, ты ведь механик, так? Ну да, военный механик. Ну так вот, ты умеешь, значит, делать пушки, верно? Нет. Хватит! Ты умеешь делать пушки, и ты мне сделаешь много пушек, понял меня? Зачем? О, черт! Затем, чтобы ты выжил, понятно? А если ты меня не будешь делать, я убью тебя! Убью, как свинью, понятно? Понятно, понятно, только это, успокойтесь. Ладно, принимайся за работу, хорошо? Да, да, хорошо. Эй, я сделал новое оружие и несколько модификаций к нему. Отлично, сейчас я спущусь. Черт, черт, надо куда-то спрятаться. Так. Вот сюда спрячусь, чтоб он меня не нашел. Вот, хорошее место. Так, посмотрим, что он там сделал. И закроем дверь. На всякий пожарный. Так-с. Стоп. А он-то сам-то где? Эй! Чувак, ты где? Черт, похоже, он куда-то спрятался. Или свалил. Ладно, без разницы. Ух ты, ух ты, круто охрененно. Да это вообще круто. Что это за пуха? Да, пуха зачетная. Надо проверить ее на практике. Так, проверим пукалку на действие. Стоп. Я забыл надеть перчатки. Сейчас, секундочку. Так, отлично. Перчатки я напялил. Теперь можно брать эту пукалку и проверять ее на практике. Так. И что она умеет? Стоп. Черт.
Да на этой пуколке даже курка нет! Походу он меня обдурачил. Хотя, стоп. А вот это для чего? Может быть, сюда? Да нет. А сюда тоже нет. А сюда, если... О, получилось! Так. А это что? Так, надо бы проверить. Наверное, все-таки это какой-то патрон. Так. Но я не понимаю, как стрелять. Если даже курка нету. Ладно, сейчас попробуем. Так. Я не знаю. Может быть, вот так? О, получилось. Я теперь понимаю, как стрелять. Так, перезаряжаю, прикройте. Так. Так, нужно зарядить. Так, посмотрим. Что-то я здесь уселся. Нужно походить немного. Так-с, посмотрим. Круто, слушайте. Но как-то не похоже на оружие. Походу он меня обдурачил. Черт возьми! Где ты? Я убью тебя, свинья! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хоть бы он меня не нашел. Хоть бы он меня не нашел. Пожалуйста. Ладно, урод. Я найду тебя. Попомни мои слова. Найду. А пуколка твоя просто говно. А? Сволочь. Продолжение следует.